Всем привет, дорогие друзья и гости моего канала. С вами Степной Рыбак. Сегодня я снимаю это видео из своего дома по такой причине, что заказал на Валбересе вот такую вот зимнюю лесочку для мормышинга. И хочу попробовать проверить ее, какую нагрузку выдерживает данная леска. Толщина ее, как вы видите, 0,08 мм, и написано, что разрывная нагрузка 1 кг. Вот. Цена данной лески составляет всего 122 рубля. И приходят две вот такие вот бухты. То есть мы получаем две катушки, две бобины по 30 метров за 122 рубля. Вот. И мне стало интересно проверить, какую же нагрузку выдержит данная леска. Сейчас я при помощи вот таких вот электронных весов сделаю петлю, и мы уже вместе с вами убедимся, какую же нагрузку выдержит данная леска. Так, ну что, ребята, продолжаем. Смотрите, в общем, не знаю, видно, нет. Сделал такую вот петельку. И сейчас при помощи таких вот электронных весов мы вместе с вами и как раз проверим, сколько же выдержит данная леска. Так, все, выставляю на граммы. Ну, где-то порядка сантиметров 50 сделаю отвод. Так, сейчас сброшу. Порядка сантиметров 50 сделаю отвод. И начну потихоньку тянуть. Так, сейчас немножко неудобно, но... Так, ну, в общем, все, начинаем тянуть. И вот смотрим. Семьсот восемьдесят грамм я видел. В общем, ребят, вот такая вот лесочка с ценой 122 рубля. Взял я ее специально для мормышинговой ловли. Ну, здесь заявлено килограмм, но 780 грамм, я думаю, тоже в принципе неплохо, с учетом того, что спиннинги для мормышинга имеют такую гибкость по своему строю, и при помощи фрикциона, фрикцион же у нас никогда особо не затянутый, я думаю, что килограмм, рыбу на килограмм нам вполне реально вытащить. Так что, ребят, кому интересно, я ссылку оставлю, заказывайте. Думаю, что лесочка очень даже неплохая, тем более с учетом того, что две бухты мы получаем по 30 метров за 122 рубля. Ну все, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был Степной Рыбак. Всем удачи и до новых встреч.